сегодня проходит акция, называется «Сделаем», и она проходит по всей России, во многих городах, крупных и не очень крупных, в Петербурге и области. 180 точек мусора, которые добровольцы организовались убрать. Вот, и мы, как общество сознания Кришны, участвуем в этой акции. Первый раз мы участвуем организованно. Почему именно мы участвуем? Потому что этот мир — это энергия Бога, энергия Творца, да? И мы стараемся бережно относиться к тому, как бы, месту, где мы живем, так как это является тоже непосредственно энергией Бога, да? Мы стараемся заботиться о чистоте места, где мы живем. Сейчас мы, так как так получилось, что мы живем в Санкт-Петербурге, и нам не безразлично, в том числе чистота Петербурга. Поэтому мы приняли участие в этой акции. Потому что, когда мы занимаемся духовной практикой, наше внутреннее сознание, оно очищается, и происходят перемены, и мы стараемся вот эту внутреннюю чистоту во внешний мир тоже направить. То есть внутренняя чистота, она порождает внешнюю чистоту. И наоборот, просто получается, что чем чище окружающий мир, тем чище мы становимся внутри. Это влияет вот эта энергия чистоты на наше сознание. И мы, как представители этой организации, Общества сознания Кришны, решили принять участие в этой акции, чтобы какую-то пользу оказать нашему городу, тому месту, где мы живем.